Тимошка нашел. Клянусь, а нет, я обещал Богом не клясться, просто вот так делаю, молча. Вот. Последний раз, 10 лет назад, телевидение меня снимало, и я гордо рассказывал, а есть на диске, я не стал стирать, не стал. Вот. И я говорю, посмотрите, там, чтобы с одного места было видно 12 муравейник. С одного места, раз, два, 12. Вот, видите, это муравьиная крепость. Найдите мне хоть одну. Этот самый, дырочка в листьях. Искали, искали. Вот. Одну нашли. Единственную дырочку. Садимся мы за стол. Тут круг, ты все. Садимся за стол. И я разглагольствую. Я тоже на себя прикалываюсь. Это, ну, люблю прикалываться. Ну, так, по-доброму. Я ля-ля-ля, а у меня последний. Ладно, дырочек нет. Это факт, что раз нет дырочек, значит нет и гусениц, правильно? Mm-hmm. Вот. И даже жуков нет. Муравьиная крепость. Мощная муравьиная крепость. Самый разгар разговора, у меня телекамера, это как она, настоящее телевидение, все снимает про меня. У меня вот тут ползет. Единственное за эти годы, единственное, как это называется, гусеница. Вот это я опозорился. Вот. Ладно, прошли еще годы, ни одной гусеницы. Потом два гнезда, особая гусеница, не наши. Уж я своих-то знаю. Без фотографий я боялся, началось нашествие в Средней Азии. Ну, потом, видимо, мороз их прихлопнул, все. И вдруг в прошлом году Тимоша находит. Что это такое красивое? Вот. Но мы ее торжественно отнесли в лес. Это теперь такая диковина, да? Вот, гусеница. Но перед этим я фотографировал, говорю, вот, Тимоша, посмотри, как они это. Разве кто-то может узнать, не гусеница? Если бы она не позвала, он бы столько не догадался. Это есть природа, это защита. Вот, как она защищается. Вот столько интереса он узнал от меня. А я такой добрый, ну, все, одна гусеница, сад-то не сожрала. Нашлась одна. Вот так вот. А когда-то это в книгах будет.